Приветствую вас на канале «Горячая новость». Киркоров на гей-сайте знакомств убирает себе обнаженного мужчину. Филипп Киркоров. Артистам надо следить за каждым словом, за каждым жестом, чтобы не попасть в просак. Филипп Киркоров уж на что опытный боец, однако расслабился и оказался в неловкой ситуации. За кулисами телефестиваля «Песня года» Егор Крид попросил Филиппа Киркорова записать небольшой ролик для социальной сети. Король российской эстрады не отказал юному коллеге и пригласил к себе в гримерную. Он практически не упускает телефон из рук, и это сыграло с ним злую шутку. Общаясь с Кридом, Киркоров неудачно махнул мобильником, и в кадр попало изображение экрана. А там сексуальный красавец с кубиками на животе. Да в позывной форме. Получается, этой картинкой певец любовался. Некоторые поклонники предположили, что он изучал анкеты на сайте гей-знакомств, где желающие сию секунду подружиться организмами выставляют себя во всей красе. Другие фанаты усомнились, что Киркоров стал бы светиться в таком приложении. Ему только пальцем пошевелить, и любой красавец тут же прилетит. Третьи решили, что все это клевета. Мол, Филипп любит женщин, а голыми парнями любуется по работе. Вероятно, подбирает для клипа актеров и танцоров. Однако вот что интересно. Когда оплошность звезды стала очевидной, скандальное видео начало покидать интернет. Говорят, менеджер Филиппа Киркорова старается как можно скорее отовсюду его удалить. В последнее время вообще вокруг Киркорова очень много разговоров о том, что он из голубой дивизии. Однако достоверного подтверждения этому нет. Но судя по последнему его поведению, это исключить нельзя. Раньше и песни, и клипы у него намного серьезней и с более глубоким смыслом были. Сейчас же и песни не те, и клипы непонятно о чем. Взять, к примеру, клип «Стеснение пропало», где он в обнаженном виде, либо клип «Ибица», где он с Басковым в фекалиях валяется. Зрелище не для слабонервных. Такое ощущение, что идет какое-то моральное разложение певца. Я как человек, пропагандирующий традиционные семейные ценности, надеюсь, что Филипп все это делает исключительно ради хайпа, а не для каких-то своих целей и желаний. Что думаете вы об этом? Пишите в комментариях. Спасибо за внимание. Если не трудно, палец вверх или вниз и подписка.